Ты разве не слышал, что сказали насчет перестрелок? Эй, они первыми начали. Я не хотел драться, клянусь. Серьезно? Нет, мне понравилось. Отсюда ты сможешь сразу попасть в казармы. Только постарайся не шуметь, капитан. Ага. Эй, Джинни, зови меня папой, ладно? Я подумаю. Я забыл обычную жизнь. Думал, погибну в бою. Может, этого я и хотел. Погибнуть от рук нацистов. Но когда я нашел Джинни, у меня появилась причина бороться. Причина жить. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des Deutschen Reiches statt.